Здравствуйте, дорогие водолеи! Сегодня мы будем записывать для вас расклад Ленорман на декабрь 2023 года. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, пересылайте это видео другим водолеям, я вам буду за это очень благодарна. Конечно же, смотрите ваши расклады не только по знаку вашего зодиака, но и по знаку вашего асцендента и луны. Знак вашего асцендента и луны вы можете бесплатно просчитать в интернете. Для этого есть масса сайтов, они все бесплатные. Займет у вас это дело буквально минутку, и зато узнаете что-то интересное и новое себе. Итак, я уже потасовала колоду. Мы будем делать расклад для вас, как всегда, из 5 карт. Также мы будем смотреть сумму и дно колоды. Соответственно, сумму я уже просчитала до нажатия play, потому что некоторые жалуются на то, что я слишком долго ее считаю. Ну, я как бы гуманитарий. Так, давайте я вам покажу. Это дно колоды, у вас собака. Это весь ваш расклад. И сумма вашего расклада выпала клевер. Очень благоприятно. Так, давайте перейдем к расшифровке вашего расклада. Начнем с первой пары. Так, первая пара карт у вас птица и гора. Точнее, гора и птица. Итак, значит, здесь может быть... Дело в следующем, что какие-то сообщения могут задерживаться у вас, или, может быть, вы с кем-то обсуждаете что-то важное для вас, там, поиск работы или возможность начать новый проект. Так вот, эти новые возможности отложатся, по крайней мере, на некоторое время, может быть, даже на весь декабрь, может быть, всего лишь на пару дней, но главное, что будут какие-то задержки в декабре месяце. Также есть вариант, что вы будете думать о том, как получить либо просто деньги, либо какую-то определенную сумму денег, и будете из-за этого, знаете, испытывать какое-то состояние такое тревожности или нервозности. Так, еще может быть, что вы будете достаточно упрямыми в декабре месяце, поэтому у вас возникнет много там разговоров, может быть, даже споров с другими людьми. При этом есть еще и такой вариант, что вы по горе вы будете знать, какое решение для вас правильное, и даже вы сделаете, примете правильное решение, но кто-то с вами не будет согласен и начнет как-то там что-то спорить, возражать, какие-то разговоры. Вот по этим картам так и как раз хорошо бы вы придерживались конкретно своего мнения и, мягко говоря, наплевали на чужое. Так, еще вариант, что вы будете вот по горе, как вас интересует какая-то там сумма денег, или вы интересуетесь, как получить деньги, может, поиск работы, может, вам просто срочно будет нужна какая-то сумма, и вы будете по птицам очень заняты именно этой темой, и будете как неутомимыми. Ну, то есть придется приложить определенные усилия в этом плане. Так. Следующая пара карт у нас птицы и лилии. Здесь будет много общения с вашей второй половинкой. Много общения с вашими... Даже не факт, что с вашими, с какими-то пожилыми людьми. Это могут быть, конечно же, там ваши родители, бабушки, дедушки. Но могут быть и, не знаю, например, ваш любимый профессор из университета, который в возрасте.
Может быть, вы будете в поисках антиквариата. То есть вы будете там звонить, переписываться, искать какую-то вот вещицу для вашей коллекции. Также вы можете очень много времени в декабре месяце провести в общении, связанном с вашей работой, потому что лилии говорят об амбициях и успехе в работе. То есть у вас будет много общения, много общения по работе. И также вы будете неутомимы в плане вашей работы, опять же. И знаете, как будто вот вы будете не просто неутомимыми, но у вас еще и какое-то проснется такое страсть к вашей работе может проснуться. Так, дальше. Лилии и клевер. Вот здесь в плане личных отношений будет и верность, и преданность, и романтика, и страсть, и мир, и радость, и удача. А если вы одиноки, если вы водолеи, неважно, мужчина, женщина, и вы одиноки, то у вас может быть случится удачная встреча для встречи своей второй половинки, либо, может быть, вы уже в отношениях, и тогда вы продвигаетесь. То есть вы там можете делать предложение или планировать уже свадьбу вашу. Так, что касается работы, будут какие-то удачные финансовые поступления, будут удачные, знаете, может быть, либо удача в контракте, либо удача в клиентах, либо, не знаю, может быть, вас повысят, может быть, вам зарплату увеличат. В общем, будет какая-то удача, связанная с вашей работой и с вашим финансовым положением. Можете увеличить ваше состояние. Так. Вот здесь вот удача связана и радость, связанная с какими-то вашими религиозными событиями, традициями, праздниками. Потом удача и счастье, связанное с партнерством. Это может быть как по работе, так и в личной жизни. Опять же, удача, связанная с детьми, с переездом на новое место, и вы можете получить какое-то сообщение в декабре месяце, которое принесет вам удачу и радость. Так, еще это может быть переезд на новое место удачный может быть. А, ну если это переезд, может быть, переезд из-за границы, тогда может быть удача, что вам выдадут какие-то там документы, визу, ПМЖ, все такое. Также может быть удачно завершаться какие-то дела в декабре месяце. Вот у вас связанные с деньгами, с работой, с личной жизнью проходят эти темы. Вот может быть у вас удачно завершаться темы, связанные с работой, личной жизнью и деньгами. Так, еще может быть, что, например, у вас либо до декабря, либо в декабре начнутся какие-то там тяжелые моменты, и вы их удачненько так обыграете в декабре месяце и решите достаточно легко. То есть это не будет что-то, что будет длиться долгое время. Вы достаточно быстро с этим разберетесь и даже, знаете, не было бы несчастья, нет, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот такой вариант у вас может быть в декабре месяце. Ну и, соответственно, сумма. Это у нас клевер. И по клеверу это означает, что у вас будет радость и удача в самом себе, в общении, в личных отношениях, в деньгах, в работе. А может быть, даже вплоть до выигрыша в лотерею, особенно если учесть, что эта карта повторяется. Также может быть удача в свадьбе, в кредите, выигрыше денег, выигрыше чего-то, кроме денег, может быть. В общем, у вас достаточно много позитивных и удачных моментов в декабре месяце будут.
дорогие водолеи. Так, ну и на дне колоды у вас собака. Собака говорит о верности, преданности, дружбе. Это может быть, естественно, и в личных отношениях, и ваши друзья. Также вы можете себе найти хороших помощников либо по дому, либо по работе. А собака, кстати, говорит о многодетной матери. Так что, может быть, дело будет в беременности или в родах в декабре месяце. Ну и судя по вашей двойной удаче, то все пройдет хорошо. Поэтому поздравляю вас, дорогие стрельцы. Желаю вам... Ой, стрельцы, господи, извините, водолеи. Желаю вам потрясающего декабря месяца. Пусть все пройдет куда легче и лучше, чем вы себе представляете. Ну и, соответственно, поздравляю вас с наступающим 2024 годом, год деревянного дракона. Пусть он пройдет даже лучше, чем прогнозируют другие люди. Пусть пройдет куда лучше, чем 2023. Это уж точно. Поздравляю вас!